Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Государственное юридическое бюро оказывает бесплатную юридическую помощь малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам. Адрес в Оренбурге: Салмышская, 19/3. Телефоны 440790, 440791. Телефон в городе Орске: 8-35-37-25-42-26. Асфальтирование, озеленение. Телефон 58-98-31. Сдаются в аренду на длительный срок промышленные холодильные камеры на 40 тонн. Телефон 8-922-808-1001. Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60-60-80. Асфальтирование. Звонить 20-14-39. Отдадут в добрые руки щенков. 1 месяц помесь овчарки. Девочки, звонить 92-35-65. В молочный цех села Павловка требуется оператор линии производства молочной продукции, механик технологического и пищевого оборудования, грузчик. Звонить 8-909-603-60-36. Организации требуются водители категории СЕ, БелАЗ, вахты в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Звонить 8-35-36-370-222, 8-965-692-60-21 или 8-905-847-72-42. Требуется водитель категории БЦ, тракторист, разнорабочие. Телефон 589-831. Организации срочно требуются водители категории Е для работы на автомобиле с прицепом в пределах области с опытом работы на иномарке. Звонить по телефонам 92-94-65 или 8-932-848-81-42. Требуется водитель с категории Е. Звонить 42-63-31. Требуются работники на ферму. Жилье предоставляется. Телефон 8-919-868-08-78. Требуется помощник по хозяйству, садовник, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 20-14-39. Требуется водитель на автобус, развозка, телефон 90-37-01. Организации на постоянную работу требуются дорожные рабочие для работы в командировке и водители, телефон 8-987-190-31-25. В организацию требуется менеджер по продажам, телефон 99-05-15. Организации требуются водители на топливозаправщики категории СЕ, ДАПОК, вахты в Казахстане и Оренбургской областях. Звонить по телефону 8-905-815-77-97. Требуются рабочие для производства тротуарной плитки, зарплата 30 тысяч рублей, и мойщицы пластиковых форм, 20 тысяч рублей. Телефон 45-07-08. В столовую требуются заведующий складом, повар, помощник повара и грузчик. Телефон 48-2004. Организации требуются автомеханики, автоэлектрики, кладовщики. Вахты в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8-965-692-6003 или 8-961-921-1786. В продовольственный магазин требуется продавец. Телефон 26-88-83. В управляющую компанию требуется мастер, слесарь-сантехник, электрик. Телефон 8-903-364-0161. Требуются охранники. Звонить 28-01-05. Предприятию общественного питания требуются повара, изготовители полуфабрикатов, мойщики посуды, официанты, экспедиторы по перевозке грузов, грузчики, комплектовщики и специалист по охране труда. Соцпакет. Телефон 32-83-46.
В организацию требуются специалисты по ремонту грузовых автомобилей. Телефон 23 90 08. Требуются пилорамщики. Звонить 920 941. Требуется электрик и разнорабочий. Телефон 30 59 58. Требуется менеджер по продажам. Зарплата достойная. Телефон 92 11 26. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской. Звонить по телефонам 8 922 860 40 46 или 43 73 73. Компании «Транслист» требуется слесарь по ремонту грузовых автомобилей. Телефон 8 922 809 58 81. Требуется дворник в поселок Южный. Звонить 99 24 22. Требуется водитель с категории «Е» на самосвал. Телефон 90 73 63. Заводу металлоконструкций требуется начальник производственного цеха, прораб, сварщики на полуавтоматы РТС, монтажники, бетонщики, разнорабочие. Зарплата достойная. Телефон 602-606. В поселок Южный требуются пилорамщики и помощники. Телефон 55-46-47. Требуются монтажники технологических трубопроводов, сварщики, слесарь-монтажник КИПА, телефон 8 922 808 05 45. В управляющую компанию требуются дворник, инженер-строитель, мастер по санитарии, электрик, телефон 48 40 80. На асфальтный завод требуется слесарь-битумовар, звонить 20 14 39. Приглашают водителей на городские маршруты звонить в рабочее время по телефону 90 73 45. На базу отдыха «Берендей» в Дубках требуется администратор, разнорабочий, повар. Телефон 8 906 848 63 34. Требуются водители категории «С» и «СЕ». Телефон 53 85 03. Организации требуется бухгалтер с опытом работы. Звонить 8 922 826 1604. На производство требуется посудница и помощник пекаря. Телефон 90 2009. В организацию требуется водитель категории «С» – самосвал. Телефон 8 961 941 29 21. Подработка на дому. Телефон 43 47 97. На озеленение требуются разнорабочие. Оплата ежедневно, сдельная плюс обед. Обращаться 63-я линия, дом 61. Телефоны 8 922 539 29 46 или 8 909 699 88. Требуется сборщик окон ПВХ. Зарплата высокая. Телефон 92 11 26. Требуется слесарь-сантехник. Телефон 8 932 536 39 80. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.